Плохие новости у нас. Перелом у Маргариты. Сейчас придет хирург. Посмотрим снимок Маргариты. Он здесь должен быть. Ты, вот ты. Это. Ты продумала здесь свой день. Куда мы пойдем с тобой? Как? Все, готовы? Пойдемте. Приветик всем, доброе утречко. Ты что, так пойдешь босиком? Ну. Может, не обуешься? Пойдем, пойдем, пойдем. Упс. Опаздываем, быстренько, быстренько. Так, я сегодня опять всех отвожу. Каролину сейчас. Мало. Две полосочки батарейки. Я с собой запасную не взяла. Присела я на пассажирское место, потому что сейчас мы поедем в город, а по автобану я еще не ездила. Еще не практиковалась. У нас времени нет, нам нужно побыстрее, поэтому поедет у нас папа. Так, ну что, мы приехали. Уже здесь. Заполняем бумажки. Папа сейчас запомнит целый список. Номерочек. Плохие новости у нас. Перелом у Маргариты. И здесь гипс не наложили и отправили нас в детскую больницу. В общем, сейчас мы едем домой. Нам нужно забрать Каролину из школы, потому что потом мы не успеем за ней. И потом в больницу. Здесь почему не наложили гипс? Потому что врач сказал, должен посмотреть хирург и определить, что у нее там. Либо операцию можно нужно делать, либо просто наложить гипс, там, не знаю, что. Не знаю, снимок я не видела еще, он тут запечатан. Ты видела? Нет, это... Там кусочек откололся или что? Я не видела, потому что это целый. Ага. Ну, в общем, то ли кусочек там откололся от косточки, то ли что, ну, в общем, что-то такое. И это должен смотреть хирург, поэтому так. Оставили мы Каролину у бабушки, Макс пойдет к своему другу домой после школы, после садика. И Ксюше оставили тоже записочку от нас, когда она придет домой. У них через 3 минуты. Да, через 3 минуты уже закончатся у них уроки. А мы уже почти подъехали. Боишься? Нет. Нет? Ладно. В общем, что получится, поснимаем. Не получится, так потом расскажем. Бонни. Она не поймет, где папа. Бонни. Бонни, вен! О, коми кучито. Чунди-ча? Собака не поймет, где там папа. Будем ждать врача. Угу. Сейчас придет хирург. Нет, уже на полоске. Ага. Посмотрим, что он скажет. Таблеточку дали выпить, обезболивающее, да? Угу. Сейчас придет врач. Маргарита говорит, подушка очень удобная, можно мне домой ее забрать? И вот эту тоже возьми с собой, подругу. В общем, пришел... Это она хирург, да? Да. Вот, приходил хирург и сказал, что не нужно делать операцию пока что. Пока нужно, чтобы она походила с гипсом. А потом они после гипса проверят, еще раз сделают снимок. Если все хорошо срастется, то операцию не нужно делать. Если не хорошо, не срастется так, как нужно, то тогда нужно будет делать операцию. Вот. Но с гипсом долго будет ходить. Да? В общем, сейчас ждем. Придут и будут гипс накладывать. Так вот. Вот она нарисовала. Вот такая косточка должна быть, а у нее вот так. И если она не срастется нормально, то потом нужно будет вставлять металлическую спицу или как ее называют. В общем. А как это ты хочешь сюда вставить? Вот так вставляют. Увели ее в другое место. Куда увели? Донде се фуэ? Операцион? Сала де операцион, да, para ponerle el gips. Да, в общем, в этот в другой корпус, где операцию делают. Нам туда нельзя, потому что столько меньше народу, в общем, нельзя заходить туда. Поэтому мы ждем здесь. Сказали, где-то около часа, пока гипс наложат. Да, будем ждать. Папе нужно на работу. Работа. Работа. Работа.
Работа, работа. Все, пришла Маргоша. Пусть я. Нормально все? Не больно было? Нет? Сколько времени ходить так? Не знаю, еще не говорю. Ну все, с гипсом. Никакого спорта, никаких резких движений. Да? Через неделю, да, опять на осмотр? Через неделю на осмотр, там дальше посмотрят, как она будет срастаться. Сейчас папа заплатит за стоянку и пойдем. Поедем домой. Привет. Одна тут отдыхает, лежит. Да. Что, гипс? Гипс, конечно. Что, думаешь, просто повязка? Да. Нет, это гипс. А кто кушает сосиску со сгущенкой? Маргарита. Вкусно? Нет, серьезно, что ли, Маргарита? Угу. Это что-то новенькое. Марго! Где хочу? Что за вкус у тебя? Ну, молодец, капнула на футболку. Вытяни. Все, вставляй диск, куда вставляешь? Все, туда и все. Ну вот, вставляй. Ну, это вставила? Да. Ну, все, надо смотреть. Мы хотим сейчас посмотреть снимок. Чтобы посмотреть, куда смотреть. Снимок Маргариты. Нужно зайти в этот, в компьютер. Посмотрим снимок Маргариты. Он здесь должен быть. Они сейчас не распечатывают на бумаге специальную фотографию, а именно... А, да, вот. Ты, вот ты. Это. Вот, смотрите. Вот это такая вот. А это тоже? Штабы. Две, что ли, Маргарита? Наверное, да. И здесь, ничего себе. Ну, вот тут капец, конечно. Ну, тут видно. Ну, я же говорю, что у тебя где-то, когда я тебя трогала, внизу, да, опухшее было. И с той стороны было тоже опухшее. Угу. Да, все, уже убирай. Так что она у тебя должна срастись как-то, каким-то. Если она вот так вот не срастется, ну, не соединится, тогда они будут тебе вставлять спицу, или как ее называют. А ее сюда надо ставить? И стягивать, а? Оставить надо? Да, ее прям втыкают, операция будет. Прям в кость. Ой-ой-ой-ой, Маргоша. Ой-ой-ой. Так, здесь дали. Это дали инструкцию, что делать можно, что нельзя. Подкладывать подушку, да, на уровне сердца должно быть, когда ты сидишь. А это что такое? Один день, два Нет, дня, три это дня. Нога. А, это нога. Угу. И купаться пакет надевать, видишь. А я не купаюсь. Мыться. Скоро мой цветочек распустится. Какой? Вот, видишь, один красненький растет. Вот ты немножко открылся. Да, только трогать не нужно. Нет. Марго спит уже который час? Уже второй час спит? И вон да? Там другой, мам. Каролина останется у бабушки. Скорее всего, она останется там до воскресенья. Ты куда? А? Завтра? Да. До завтра? Нет, до послезавтра. Мы сейчас будем ужинать. Супчик сварится. Чего ты мешаешь? А? Просто. Извини, там. Бонни. Два. Это который я раскрыла или ты открыла? Я хотела, чтобы ты открыла, потом я нечаянно нажала. Меня тут на рисование потянуло. Ой, а что там с карандашом случилось? Что-то... А, он совсем убавился. Потянуло на рисование. Сижу, рисую. Вот. Такой вот закат. Листочки нужно теперь нарисовать на дереве. Скоро спать. Да, сегодня можно попозже лечь спать, сегодня суббота. Ой, еще завтра суббота, то есть. В общем, вот так. У меня уже батарейка садится. Вот такую взяла кисточку, как будто это красками рисует, масляными. Вот так вот получается. Я тоже хочу. Тоже хочешь, только нужно зарядить. А то сейчас батарейка сядет, видишь, смотри. Сейчас я помогу Маргарите постельное белье поменять. Она уже одной рукой ничего не может сделать. Какое тебе нужно? Вот это вот. Ой, мамочка, здесь еще собачка осталась. Ой, забыли. Это же мы хотели отправить. Ты ее там оставила, я ее увидела. Ну, ты же хотела в Испанию в подарки, в подарок положить. Дед мой. Забыла. Ну, ладно. Ну, ладно, значит, тебе собака. Иди, только не надо сейчас конфеты кушать, ладно? Надо. Завтра.
Ой. Бонь, ты чего кашляешь? I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial, 'cause you want dollar bills right now, but you gotta work real hard, I know you want it to be easy. So let's... Все. Проспала весь вечер, теперь чем заниматься будешь? Что, Бонни? Она прямо, смотри, Бонни, можно вот так мне? Смотри, он прямо вот так и шикотал. Там уже от свиньи ничего не осталось, Бонни. Хорошо, дела в уши. Ты чувствовала, как она по тебе ходила? Когда ты спала на диване. Она сидела сверху на подушке, вылизывала тебе руку. Садилась, потом опять уходила, играла, потом опять сверху на тебя садилась. Чему? Ты что, наглела? Ты посмотри, у нее бардак какой. Она раскидала все игрушки. Боня, это что такое? Знаешь, я их всегда складываю, потом через одну минуту уже все снова валяется. Вот такая она. Невоспитанная собака. Беспорядок. Увидела, что я заняла водичку. Угу. Завтра у нас суббота. День Ксюши. Ксюш, ты придумала? Ты придумала свой день? Куда мы пойдем с тобой? Куда пойдем? Никуда. А? Спать будем. Спать будем? Где? Дома. Дома? Не, серьезно. Да. Ты туда же пойдешь, да, куда ты хотела? Угу. Да? А потом? Тим. Потом? Mm-mm. Придумала? Mm-mm. Ладно, давай. Давай отдыхай, потому Мама, что завтра... Я с тобой сплю. Завтра мы сначала поедем за продуктом съездим, за продуктами съездим, а потом уже после обеда Макс пойдем. А Макс и шлем хотел. Да, завтра Ксюшин день. Завтра Ксюшин день. А потом, когда будет твой день, ты пойдешь и все останутся дома. Да. Потом, когда будет твой день, все останутся, ты пойдешь с нами гулять, хорошо? Я заговорила, и Рики сразу вышел. Спать как будешь? Чешется. Не надо, ты чего? Вот когда можно только... Пролезет? Нет. А где чешется? О, она не пролезет. Так вот, потише. Понажимай. Это что-то такое тоненькое, металлическое. Ладно, пошла я монтировать влог. Смонтирую сегодня, потому что завтра много дел. Завтра очень много дел. Ты спать, конечно, не будешь. Скоро папа приедет через час. Уже? Да. А, да. Папа же на машине. Уже 11. Так что ладно, все. Всем пока и спокойной ночи. До завтра. Завтра ты остаешься с Максом дома. С Максом? Да. А мы уходим с Ксюшей. Где-то после обеда. Вы можете сначала утром поехать за продуктами? Ну да, утром поедем. Все, пока.